Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова, индивидуальный предприниматель из города Ростова-на-Дону. Время у нас московское. Почта 250 рублей по России и от 450 за рубеж отправляю во все страны мира. Итак, у нас сегодня маленькая и необычная коллекция. Вот, вы знаете, не стала мудрствовать лукаво. И вот что пришло сегодня в посылочке, вот то и показываю вам сегодня уж не в защите. Вот как-то вот так настроение. Вот звезды сошлись. Шикарнейший набор. Очень необычный. Это Наумид. Я думаю, что очень многие знают, что это такое. Гренландский Наумид. Просто фантастический и оберег, и источник энергии. Вот такая красота. Вот. И вот таким вот образом все у нас здесь происходит. Так, сейчас, минуточку. Вот. Давайте покажу каждый камень отдельно, потому что я думаю, что такие вещи, они заслуживают того, чтобы их вот и смотреть, и разглядывать вот таким образом. Так, еще камешек. Еще. Вот так. Вот он. Вот. Красавцы. Значит, вес одной серьги 12,4 грамма. Кольцо шикарнейшее. Это Нейзельбер, 19 размер. И шикарнейшие камни. Наумид, Гренландия. 6000 рублей стоит этот комплект. Значит, есть у меня еще Наумид. Я чуть позже вам о нем расскажу. Итак, розовый кварц. Вот такая красота. Посмотрите, полусферы. Шикарнейший статусный комплект. Вот с такими солнечными зайчиками. Вот так. И... вот серьги со шторками. Значит, серьги на петлях, как и предыдущий комплект. 17 грамм вес одной серьги. Серьги, конечно, просто фантастические. Огромные розовые камни. Вот 19,5 размер кольца. Вот оно с такой иризацией идет. И 4800 рублей стоит весь комплект. Комплект дорогой, комплект тяжелый и комплект статусный. Так, еще комплект. Шерл в филигране. Вот честно вам скажу, хотела оставить себе. Кольцо не подошло. 20 размер. Был бы 18,5, я бы его... конечно, забрала бы себе. Люблю я вот такие вещи. Вот кровь, она, конечно, дает о себе знать. Вес одной серьги 6,7 грамма. И 20 размер колечка. Вот такое высокое. И вот так оформлено. Значит, 6000 цена комплекта с шерлом. Так, есть у меня лабрадор. Лабрадор просто фантастический. Вот лунное такое сияние. Значит, лабрадор, камни люкс, камни без подложки. Они светятся и с обратной стороны, и с лицевой. И в общем, показывают себя вообще во всей красе.
Лабрадор 10 грамм, вес одной серьги, 19,5 размер кольца. На ручке это примерно вот так. Тоже мне большой, конечно. Вот такая фантастика. Значит, лабрадоров у меня есть целая планшетка. Сейчас я вам ее покажу. А более подробно буду показывать, ну, скажем, чуть позже. Вот такая планшетка у меня есть лабрадоров. Есть у меня комплекты. Естественно, они будут поскромнее, чем тот, который сейчас приехал. Но, видите, не менее яркие и не менее фантастические. Итак, продолжим наш показ. Серебро цитрин. Вот такой сказочный камень. И фантастическая работа. Вот так это все здорово происходит. Размер пробы. Размер 18,5. Просто сказочное кольцо. Огромное, статусное, солидное. Вот так. Стоимость кольца 10 тысяч рублей. Центрин просто фантастика. И радужка здесь в серединке, и богатейший внутренний мир. Вот кольцо фантастика. Так, есть кольцо поскромнее. Это турмалин прозрачный. Вот так. В таком же фантастическом оформлении пробы. Размер колечка 18,5. Вот так. Оно поскромнее, но не менее шикарное. 8000 рублей стоит колечко. Вот такая сказочная работа. Очень люблю скань. Прям вот балдею вот от энергетики мастера. Итак, тоже скань. У нас здесь в первом ряду халцедоны. Представлены они агатовой группой. Вот такая красота. Объемные, красивые. Это низельбер. Размер 19,5. Стоимость 2300 рублей. Это агаты Ботсвана. 2300. Еще фантастика. В таком же оформлении. 19,7 размер. Вот так, на ручке. 2300 рублей. Еще сказка. Вот так. Оформление филигранное. Размер 19. 2300 рублей. Высокие камни и очень красивые перстни. Даже не кольца, а вот действительно перстни. Вот такой шикарный агат. Значит, это не точечка, это полировочка. Вот смотрите, очень интересная такая полировка. Высокий камень, оформление наше, уже ставшее для нас традиционным, 20-й размер кольца. Эта фантастика стоит тоже 2300 рублей. Еще кольцо. Вот такая геометрия у нас. Почти сюрреализм. Размер 19,5. Вот так. 2300. И еще фантастика. Вот такой бело-серо-розово. В общем,
Вещи, конечно, изумительные. 19 размера. 2300 рублей. Вот так. Так, с агатами все. Итак, шерлы. Шерлы есть у меня и в простом оформлении, и серьги есть. Но вот эти кольца, знаете, выставила отдельно. 20 размер, 2300. Вот так. И по 1500 есть. Но, вы знаете, оформление, конечно, просто сказочное. 2300 рублей. Еще колечко. Не очень высокое. Размер 19,2. 2300 рублей. Вот так. Еще фантастика. Форма фасоли. Вот так. Размер 19,5. 2300 рублей. И еще стильный треугольник, высокий, оформление и размер 22. Вот так, то есть чуть больше 20 размера. Вот так. Значит, филигрань идет, как правило, большемерит, так как получается незамкнутая шинка и кольца больше мерят, так что на это рассчитывайте. То есть реально это кольцо где-то на 20,5 размер, может быть даже 21. Еще кольцо, еще фасоль, оформление, 20 размер. Вот так. 2300 рублей. Весь вот эти два ряда стоят 2300 рублей по 2300. Не очень высокий камень. Обратная сторона и размер 19, ну, в общем, 20 точно. Вот так. Это вот для тех, кто предпочитает все-таки симметричные формы. Вот такая красота. 2300 рублей. Так, и последний ряд. Есть у меня два астрофилита. Вот такая сказка. Значит, стильный треугольник. 18 размер. Стоимость 1700 рублей. В обычном оформлении. И еще астрофилит. Тоже треугольничек. Тоже, а давайте вот так покажу. Вот шикарнейший камень. Вот, по-другому он просто не хочет показываться. Вот так. Внимание, видимо, требует. Вот такая красота. Высокий, обратная сторона. Размер тоже небольшой, 18. Могу немножко увеличить. Может, до 18,5, но думаю, что не больше. И еще Нумит, еще Гренландия. Так, сейчас еще посмотрим. Вот так. 2400 рублей стоит колечко. Вот он. И здесь, и вот тут. Вот, вот. Вот как-то так. Так, 18,5 размер. Так, давайте покажу еще вот так. Вот он, вот. О! А вот так лучше видно. Угу. Вот он, вот, 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 вот. Так, и заключительным аккордом нашего видео. Ага, вот так вот. Это хризоберил. Его разновидностью является александрит. Это уральский хризоберил. Так вот, я вижу его зеленым, а вам он показывается, вот то, что я вижу на камеру,
Вообще удивительные вещи, конечно, не соответствуют тому, что вижу я вживую. А у вас он имеет фиолетовый оттенок на камере. По крайней мере, в камеру я вижу фиолетовый. А у меня он зеленый. Только вот я не знаю, как это показать вам. Правда, не знаю. Значит, эта фантастика стоит 5000 рублей. Вот так. Вот я же говорю, только вот он имеет фиолетовый цвет, а у меня вот передо мной он зеленый. Вот так. Вот он. Вот. Итак, на этом я заканчиваю свое видео. Колечко у нас 19 размера. Вот такой интересный камень у нас вот напоследок высветился. Так. А если я вот так его покажу? Ага, так он не дает. Хорошо. А если вот так? Тут уже начинаешь... Тут уже, как это, азарт пошел. Азарт. А вот у меня он все равно зеленый. А у вас вот, видите, вот с фиолетовым. А вот так зеленым показывается тоже. Вот, видите? Видите, что делает? Вот так. Так, ладненько. Все, не буду я больше задерживать вас у экранов мониторов. Будьте здоровы. И всего вам самого-самого доброго. С вами была Татьяна.